сидеть, покурить после занятия спортом. Курить после физнагрузок очень вредно. Слышь, баклажан, у вас в Эфиопии все такие умные? Я русский. Русский. Нам не гони, русские столько не курят. Вон мы с Артемом по пачке день, а ты полторы, а то и две. Так что засунь свой язык, свою черную жопу и сиди ровно. Русский. Что? Может, о делах поговорим? Давай поговорим. Ну, говори. А дела наши очень плохие. Это почему это? Бабок нет. Мне нужно следующий выпуск снимать. А может, кредит возьмем? У нас в России все так делают. У вас в России. Во, Эфиоп дает. Ты когда деньги придет отдавать, ты свалишь свою Эфиопию? Я русский. И в Эфиопии никогда не был. Ну, не совсем русский. Ну, и не эфиоп. Так что делать с бабками будем? Мы что, Эдварда Билла одолжим? Отдавать ты как собираешься? Никак. Пошлем его нахуй. Скажем, веселый пранк. Он же пранки любит, заценит. А может, ты его Мирана попросишь? Вы же друзья. Не, не вариант. Ты его последний волк видел? Он в Америке сейчас бомжует. Почему? Потому что курс доллара ебанистический. Может, Камила Гаджиева попросим? Не, я тоже думаю, не вариант. Он все бабки влил в бой моряка и Пираева, а выхлопа ноль. Он по-любому в депрессии. Придумал. Надо найти рекламодателей и продать рекламу в выпуске. И все. Ты наверное не заметил, что с нами все перестали общаться? Это почему это? Потому что из одного нервного придурка мы в прошлый раз сильно нашумели. Вот только не надо сейчас крайнего искать. А почему бы не поискать? Давай поищем крайнего, который думает, что за куска пиццы можно поебалу дать. Вот это только пальцы не гни. Со всяким может случиться. Со всяким? Да не со всяким. Вон, с баклажаном не случилось. Со мной не случилось. А с тобой случилось. Вот теперь думают все, что мы на всю голову отморожены. А раньше не думали? Раньше думали, что не на всю голову. А теперь на всю. Да? Да, я. Ага. И нахуй. Да понял. Я тоже тебя люблю, брат. Короче, есть предложение по бабкам. Можно грабануть одного богатенького блогера. Должно быть верное дело. Че, возьмем у него бабки? И купим дохуя пиц. Какие нахер пиццы? Нам выпуск снимать нужно. Зрители ждут. Можно взять на дело Марифа Пираева. Он может нормально втащить этому блогеру. Да ну! Он опять возьмет и в самый важный момент его пожалеет. И бить не станет. Да и дела у него поважнее найдутся. Да, да, у него еще скоро бой, я слышал. Он сейчас осторожничает. Короче, завтра встречаемся на месте. Возьми оружие и тачку неприметную. Ну как на тебя можно было положиться? Сказал же, неприметную тачку. Слышь, баклажан, не гони. Другой нет. Вот купишь себе баклажановую приору. На ней будем ездить. Пацаны, он идет. Зелимхан! Где Зелимхан? Вы Зелимхана? Стой, братан. Мы не Зелимхана. Мы Зелимханы даже и не знаем. Мы вообще в лапту играем. Блин, 2 месяца не могу найти его. 2 месяца пропал куда-то. Нет нигде его. Ну все, походу денег не будет.